как узнаете о том, когда прибудет автобус? У меня есть расписание. Где вы его смотрите? Мне подружка скинула. А знаете, что создан чат-бот? Нет. И не слышали вообще никогда о таком? Нет. Теперь Дарье Асадчи не придется загодя выходить на остановку из опасения пропустить свой рейс. Узнать актуальное расписание можно буквально в несколько кликов, воспользовавшись виртуальным онлайн-помощником. Ссылка на транспортный чат-бот есть на официальном телеграм-канале Центроуправления регионом. Пройдя по ней, любой желающий сможет получить необходимую информацию. Фактически наш чат-бот – это в первую очередь справочник. Для жителей республики они могут зайти, выбрать свой населенный пункт, увидеть все маршруты, которые уходят из него, там, видеть все расписание. Вот. На данный момент это как бы ничего сверхъестественного, да, это фактически расписание всех рейсов межмуниципальных, собранных в одном месте, там, с интуитивным интерфейсом. Но в будущем мы будем его развивать, добавлять новые возможности. То есть сейчас там основной раздел – это расписание маршрутов и транспортные новости, где мы будем также сообщать о там, отмене каких-то маршрутов, либо каких-то других важных новостях, связанных с транспортом. Сотрудники ЦУРа, мониторя интернет, обнаружили, что ни один сайт Министерства муниципалитетов Карачао-Черкесии не содержит исчерпывающей информации о передвижении в регионе общественного транспорта. Хотя его пассажиры неоднократно писали об этой проблеме в соцсетях. Так и родилась идея создать виртуального помощника. Сейчас чат-бот трудится в тестовом режиме, но сбоев быть не должно. Ведь ЦУР и раньше запускал подобных виртуальных помощников, которые помогали жителям региона с вакцинацией, получением пособий и оформлением социальных контрактов. К слову, в транспортном чат-боте есть раздел обращения, куда можно писать свои пожелания к работе перевозчиков. Есть мнение, что это будет очень востребованный раздел. Нам ездит московского тяжело. Почему? Потому что мест не хватает каждое утро. Забитая маршрутка едет, да? Да. Забитая маршрутка едет. Да, забитая едет. Как решаете эту проблему? Ну, нам нужны дополнительные что-нибудь, дайте, пожалуйста. Тяжело ездит. А куда-то с жалобами обращались? И нет. Полные они уже перегружены, они могут проехать мимо. Могут проехать мимо. Вот как раньше было головное, останавливал каждый раз, полный, не полный. Просто могут они проехать. Идут от московского поселка, там набирают и уже могут не взять нас. Мы в середине просто живем города, поэтому... А как-то пытались решить эту проблему, вот куда-то обращались? Да нет. В чат-бот можно обратиться и в случае некорректного поведения водителей. Не секрет, что и такое бывает. Все сообщения будут оперативно отработаны и направлены в том числе в Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачао-Черкесской Республики. Там можно и напрямую связаться и с сотрудниками как раз данного министерства, и пожаловаться там на конкретного водителя или на конкретный маршрут, либо на его отсутствие. И реакция будет достаточно оперативной. Свое обращение в случае необходимости можно продублировать в аккаунте ЦУРа в соцсетях. Что же касается чат-бота, то его со временем будут совершенствовать, добавляя новые функции, чтобы поездки по республике в общественном транспорте стали более комфортными. Фатима Куршева, Ливан Задзами, Архыз 24.